Поздравляем вас с наступающим днем Великой Победы. Вручаем вам ключи от новой квартиры. Живите счастливо. Спасибо большое. Анфиса Ефимова – ветеран труда и вдова участника Великой Отечественной войны. Сейчас ей 95 лет. До пенсии она работала бухгалтером. Ее супруг Алексей Иванович в годы войны в составе сибирских дивизий защищал Москву. После победы еще 5 лет служил в советской армии. Семья военных жила в Казахстане, Подмосковье, на Дальнем Востоке. Несколько лет назад переехали в Татарстан, где в канун праздника получают квартиру. Хорошо в Казани. Хорошо, внимание хорошее, хорошо относятся, хорошо. Все, спасибо большое президенту Миниханову. Теперь Анфиса Павловна вместе с дочерью будет жить в Салават-Купере. Сегодня дочь Ольга осмотрела новую квартиру. Планирует сделать небольшой ремонт и переехать. Надо сделать будет пол по-своему деревянный там. Вот. Ну, как положено и как для пожилого человека. Вот, и будем въезжать обязательно. Нам понравился и район понравился, хороший такой детский сад. Это очень здорово, когда детский сад, смотреть на детей приятно. В этом же доме будут жить дети еще одного участника войны, Гарафутдина Салахова. Он скончался в 90-м году. Его дочь и сын-инвалид до этого жили в деревне в Кабецком районе. Рассказывают, их папа – настоящий герой. Был несколько раз ранен. Победу встретил в Берлине. И нога, и руки был ранен. И был награжден каждый год это медалями. Ключи от квартир в Салават-Купере сегодня получили около 300 семей. В 3 новых домах новоселье отметили бюджетники, молодые семьи, дети-сироты и работники предприятий. Очень доволен. Короткие сроки получилось выиграть и также вот заселиться. Очень красивый квартал, красивая зона внизу, красивая квартира, все удобства. Посмотрите сами, мне все очень нравится. Жилой комплекс «Сандугач» спроектирован с учетом пожеланий граждан. Они решили, им нужны дома высотой в 10 этажей. Главная особенность этого жилого комплекса – это двор без машин. Такое пожелание высказали сами местные жители. А все транспортные средства расположены с другой стороны дома на специально оборудованной площадке. На сегодня в новом жилом комплексе заселено 9 домов. В планах еще столько же. Все современные методы и строительства здесь применены и воплощены в этом микрорайоне. Планируем завершить строительство оставшихся 9 домов до конца текущего года. По мере готовности будем, возможно, даже в летние месяцы сдадим еще несколько домов. Сейчас в Салават-Купере живут около 50 тысяч человек. Микрорайон продолжает развиваться. Работают 7 садиков и 2 школы. Третья достраивается. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.